Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий, снимаю свой сюжет у себя на хозяйстве. Сегодня у нас 3 мая 2019 года. Сегодня мы немножко прогуляемся по территории, съездим на дальние поля, собрали мотоблок. Погода у нас плохая. Поедем на этом мотоблоке на дальние поля. Я сниму сюжет на нашей территории. Чуть-чуть сниму, что у нас здесь есть. Ну все, мы выезжаем на сафари. Поехали, Саня! Да, еще на пару автоматов, да. Потому что у нас здесь всякие звери водятся. Медведи, да? Лоси. Кого только нет. Сейчас весна. Все, поехали по нашей территории. Снимем фильм. Я подруга была, где людей. Наша территория. О, она никогда не купала. А какие кадры? Едем, слушаем дом. Место, которое знают здесь все деревни. Ну, все как было, да? Едем в старую деревню, монастырь. Посмотрим, где. Найдем среди, посмотрим поля. И выезд из Иватова. Куда-то от города? Ну, там не до Филатовского города. Вот это вот большое поле мое, которое между Сюзи и монастырем. Ну, что там, 137 гектар примерно получается. И там еще поля мелкие тоже. Раньше дорога была, вот здесь. Воу! Фига! Сафари! Саня, ты сильно-то не гони! Убьемся, Саня! Да, у меня юг и так вот. Надо мусор будет подобрать потом на обратном пути. И далее. Ну, сегодня сырое. Лучше тут. Видно положение. Все вроде. Здесь вот все наша земля. Наше поле горечки уходит с той стороны. Здесь горечки. Это не наша земля.
аккумулятора хватит только на час, так что будет снимать тяжело. Потом видео соединим и выкинем на канал. Подъезжаем к мосту. Ну, когда-то был мост. Сейчас все уже не мост. Развалина, да. Сейчас будем смотреть, как можно через него проехать. Это старый мост. Да. Это старый мост. Он все уже сгнил, развалился. Хана мосту. Это, ребята, по-моему, целый день надо будет мост наводить. Да. Остерился пешком. Недалеко. Тут в горы выйдем. Даже кусок тоже недалеко. Его смыло, видишь? Его просто где-то так наложили, ребята. Да, набросали. Его не укрепили, ничего. Да. Так, чтобы проехать можно было. Надо делать новый мост. Да? Надо делать новый мост. Как вот сделать-то? Давайте получается. Ладно. Пошли пешком. Интересно, берем все самое необходимое. Выкипишь, что выкипишь, топор, пилу, еду и пошли. Нам не надо?